Меня зовут Козыков Дмитрий, я спортивный реабилитолог и мастер-тренер Powerhouse Gym. Сегодня я хотел бы поговорить о позвоночнике, о мышцах позвоночного столба и о таком диагнозе, как протрузия межпозвоночных дисков. Что такое протрузия межпозвоночных дисков? Это когда мышцы позвоночного столба очень слабые, и позвонки очень сильно давят на друг друга и выдавливают межпозвоночный диск. Тем самым они задевают различные нервы и появляются боли в спине. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, какие можно сделать упражнения на вытягивание позвоночника и на укрепление мышц позвоночного столба. Первое упражнение у нас будет гиперэкстензия с протяжкой. То есть упражнение классическое, когда оно выполняется в классическом стиле, то есть просто руки за голову, опускаем корпус вниз. Мы будем делать немножко в другой интерпретации, усиленно на ромбовидные мышцы спины. Поехали. То есть фиксируем корпус, берем вес небольшой, поднимаем корпусу и сокращаем ромбовидные мышцы, соединяем лопатки. Вот в такой вот, в таком стиле будем его делать. Вытянули позвоночник, расслабили и поднимаемся и сокращаем лопатки. Тем самым даем еще более сильный акцент на ромбовидные мышцы, которые способствуют ровной осанке, ровной спине. Так как 21 век у нас сейчас век сидячего образа жизни, да, и постоянно люди сидят за компьютером, что-то пишут, печатают, спина согнута, и осанка всегда у нас неправильная. Поэтому идет очень большая нагрузка на сагитальной плоскости, на позвоночные диски. Поэтому мы именно в таком стиле делаем это упражнение. Руки здесь, голова опущена. Все. Максимально вытягиваемся вверх, березку, выпрямили спину. И опускаем ноги вниз, округленной спиной. И вверх. Вверх и вниз. Еще можно сделать в немножко другой интерпретации, то есть когда опускаем еще ноги до конца вниз, туда вниз. Угу. И вверх. Вниз. Прижали поясничку и пошли ноги дальше. Очень хорошо вытягивает позвоночник это упражнение. Еще это упражнение делается более изолированно на каждую ногу, чтобы вытянуть седалищные нервы. Поэтому сделаем еще по отдельности каждую ногу. Да. Просто ногу опускаем вниз, вытянули, расслабили ножку и опускаем ее вниз. И расслабили, расслабили и опять. Поясницу стараемся не отрывать. Угу. Хорошо. Достаточно. Молодец. Сейчас уже будем делать просто непосредственно, то есть с тренером со мной. Будем делать растяжку на коврике, то есть уже будет непосредственно я тянуть человека и вытягивать мышцы, позвоночник. Так, изначально делаем вытягивание позвоночника за руки, то есть расслабляем максимально спину, чтобы протянуть поясничный отдел, грудной отдел, подтягиваем. Также все мышцы полностью взаимосвязаны с друг другом. И в том числе мышцы позвоночного столба очень связаны с ногами, так как полностью по всему позвоночнику проходят седалищные нервы, которые в дальнейшем идут в ноги. Поэтому бицепс бедра, ягодичные мышцы тоже обязательно потянуть после тренировки. И другую ногу тоже. Тянули. Хорошо, переворачиваемся. Также разогреваем поясницу
и полностью вдоль все мышцы позвоночного столба, чтобы мышцы стали эластичные и можно было их растягивать в любой амплитуде движения. Все, сейчас потянем за руки, руки вперед. Расслабляемся, вытягиваем вверх. Тем самым у нас растягивается и позвоночник, и подтягиваются грудные мышцы одновременно. И за руки еще сделаем растяжку, за голову точнее. И плавно поднимаемся вверх. Угу. И на бок разворачиваемся на бок. И сделаем еще одну растяжку на поясничный отдел. Ножку сгибаем в колени. Руку сюда. Все, спина расслаблена. Голова опущена. И немножко подтягиваемся. Вот такие вот растяжения. Пассивно, не нужно сильно надавливать, просто тянем. И на другом боку также. Нога согнута в колени. И расслабляемся и даем свободу позвонкам. Как вы поняли, мы сегодня сделали небольшой комплекс упражнений для укрепления мышц позвоночного столба. Упражнения такие делать самостоятельно не получится, поэтому приходите на тренировки в фитнес-клуб Powerhouse Gym Комсомол. Будем вас очень ждать. Меня зовут Дмитрий Казаков, тренер-реабилитолог. Всем пока, удачи!